Здравствуйте, представляешь внимание, лот номер 2. Socks and tights for women autumn winter. Носки, колготки женские, демисезон, страна Германия, вес мешка 3 килограмма, количество 48 штук. Считалось количество упаковок. Их намного больше, но в некоторых упаковках количество не соответствует написанному. То есть там написано 3, могут быть 2 пары. Или написано 2 пары, на самом деле может быть 1. Но их больше, чем 48. Это количество общих единиц, я считал, как упаковку. Здесь две пары, 70 ден, размер S колготки. Две пары, 70 ден, размер XL. Триста ден, размер M. Два XL, 15 ден. Размер S. Две пары размер L, 70 ден. Две пары размер S, 70 ден. 70 ден размер M. Две пары размер XL, 70 ден. Две пары 70 ден, размер L. Размер L, XL, 20 ден. 60 ден, размер L. Шесть пар 15 ден, размер 35-42. 6 пар 15 ден, размер 35-42. 2 пары размер 35-38, 60 ден. 3 пары размер 2XL, 15 ден. 3 пары размер M, 40 ден. 2 пары размер L, 70 ден, размер 35-36, толщина, что-то я не вижу, к сожалению, не написано, 15 ден, 6 пар, размер 35-42. В упаковках может быть не соответствует, что 6, может там и 5-4. Я не открывал, не смотрел. Извините, конечно. Говорю по факту, сколько написано на коробке. Но когда вижу, буду говорить, сколько. Так, размер M. Тут еще не указано. 40 ден. На рост 170. 176. То потом будет претензия, вы сказали 4 пары в коробке, а там 3. Возможно, и такое будет. М. Пятнадцать ден. 2XL. 4 колготки. XS 60 ден. 60 ден. Три пары размер 35-42, 15 ден. Три пары 35-42, 20 ден. Вот, на упаковке написано одна, две пары, а здесь одна пара. 39-42. О чем я и говорю. На коробке может быть написано, а там одна.
Уже будет 2. 35-42. Слитки. Вот слитки. Оторванный какой размер? Вот одна пара. 35-42. Так, на упаковке написано 3, а вот по факту здесь одна пара. 35-42. Тридцать пять, 38. Две пары, 39-42. Тридцать пять, 42. 35-42. 70 дэн, 35-38. Без упаковки колодочки. 38. Сейчас остальные тоже все без упаковки будут. 38. Размер L, теплый. 38. Без упаковки тоже колготки. Здесь где-то 250-300, наверное. Очень плотные. Еще одни колготочки из упаковки. И без упаковки чулки. Раз. Два. Чулки тоже без упаковки. Слитки без упаковки. Еще один. Все, спасибо за внимание.